Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. И Мичка. Здравствуйте, Пахараха. Здравствуйте, Пахараха. Ты поздоровался сам с собой? И здравствуйте. Ты должен был сказать здравствуйте, или там привет, а я Пахараха. Костя, да, нифига себе, тут просто карасика? Неожиданно как-то... Вот, карасик, карасик в нашем доме хлебом делится. Да, как так ты он в курсе, что за хом в доме бан? Вот, а я о чем? Ходит, ну-ка, он меня хом раздражает. Мы сейчас проверим, где у него дом-то? Карасик. А, значит, у нас там просто какой-то дом стоит, он здесь. Бэк. Блин. ТП чем, если почему-то в РПГ-мире очутился. Вол, ладно. Вот. Так, и сегодня, я не знаю, мы это хотели сделать такую мирную серию, достроить наконец эту стену. Ну, насчет стены я точно не знаю, я точно могу сказать то, что я хотел вообще убежаться, собрать дань, которую я не собирал уже в несколько недель, потому что не там были сундучки тоже не какие-то. А я тоже посмотрел. Поэтому сейчас скину всякие шмотки, вот, сюда вот сундук, вы начинаете разгребать мой шмот. Вот, ну броню я снимать не буду, чтобы... Почему ты броню скидываешь, как бы, броню скидывай в алмазный сундук? Костя, то есть, посмотри на эту шикарную зельку, вот, посмотри на нее. Да, сам смотри на эту зельку, что мне на нее смотреть? Да, смотри-ка, она прекрасная. Он ту зельку меня помаджал. Сила ускорения прыгу. Ну окей, заберите, мне такая зелька не нужна, она слишком читерная. Так, ну ладно, я пойду, короче, разгребу весь лут, который мне там надарили, буду озвучивать, а вы тоже занимаетесь чем-то. А давай Пахараха. Я буду тоже захватывать. А, ну давай, короче, Пахараха, иди сюда, а ты инвентарь с собой. А ты, работай, Паш. Да я может, я давай лучше сначала помогу разгребсти. Прогребаем через... А, ты тоже хочешь, что ли, помогать? Ну да, чё я-то? Пробегаем через левую часть, потому что там есть этот маяки у кого-то, у этих, скорее всего, без квитона. А ничего так, через... летают, да, тут сейчас? Так, здесь какие-то деревья, так, забирайте эти деревья, так, отойдите, не мешайте, не ломать сундук. Окей. Так, от чувака под ником Вованчик 2, Вованчик 2, давай. Может, с Вованчик, топориком сходить? Может, у вас есть топорик какой-нибудь? Паш, сработаешь? Да, уже лечу. Уже летит. Так, здесь это тут какой-то скромный подарок, здесь ничего нет, сундук не ломаю, окей, не буду ломать. Так, здесь подарок от Мату какого, знаешь, мне вот эти блоки надавали, это, кстати, своевременно, я сейчас знаю, что а тебе пойдет от страта 5, топор. Нормально, страта 5, топор, чупси. Да, на страта 5 тебе подарил. Подарок тебе от бро Мата. А, пустой сундук, слышь, это пустой сундук, ладно, мы пустые сундуки не будем ломать. Ой-ой-ой-ой-ой, тут столько всего, ребят, дай топор. И кирку дай. Сразу нужно было сказать. Давай лети за киркой. Давай, так, да, это от водорода. Работаю. От водородика. От. Нам водород дарит. Водород нам дарит вкусняшки, бананчики. Аля, возьми водородовские подарки. Вкусные бананы. Вот есть кирка с собой? Я вообще голенькая, посмотри. Голенькая. Ладно, зачем ты здесь встала передо мной? Почти сломал сундук, ты встала передо мной. Тащи кирку сюда быстрее. Уже я лечу. Давай, уже давай. Лечу. Я даже не буду ломать уже. Вот себе. Кидай, ну. Пока. Что здесь железный-то не... и полусломанный, я сейчас один сундук сломаю. А, я подбираю подарки. О, я уже забрал, все, вниз прыгивай. Как так. Не густо. Так, вот давайте с верхней, сейчас вот верхний будет забирать, там куча. Прям я даже здесь такую полосу поставлю, чтобы это, они не падали в дыру вот. Тут. Да. Так, давайте. Паша, иди засасывай внутрь. Иду засасываю, я просто еще заодно. Забирай, быстрее. А где? А ты что, где прыгаешь? Да вот вниз спрыгни, вот здесь это все. Засасываю. Всё, меня не влезет. Следующую засасываем, следующую. Так, на, а, лыжника куча. Здесь на, вот. Кирку еще. Для этого. На, вот это вот. Вот мне не влезает кирка, на, забери старую. Я сколько еще места Пахараха? У меня еще почти есть инвентарь. Там. Так, давай. Вот это вот здесь много глоустона, алмазов. Думаю, еще есть. Ну давай, ломай. Кому-то разбирать придется все эти сундуки. Все, фул инвентарь. Даже не знаю кому. Флу. Есть вот один парень такой? Да. Есть тут два парня, одного зовут Пахараха, а другого зовут Коля, вот они и будут. Еще можно лерины и ситечки сюда притащить, вот, и пусть они это как бы, ну, химичка работают. Будет отдыхать. Да, химичные, на химичной груди будут отдыхать. Они уже устали. Тут достаточно да, хорошие кирки. Да, они работали. Тоже ну, дай мне кирки. одну кирку мне дай, они уже наработали свое. На, держи тебе, вот тут миллионы. Меня я вкидываю прямо. Кушать хочу. Прям в тебя вот держи. Скажи, не прям знаю. Вот на эффективность тебе, да. Давай. Так, пошли дальше разбирать сундуки, алё. Сейчас мне нужно скинуть. А, от кого этот сундук-то был? Ё-моё, они так и не посмотрите. А там вроде от одного все эти золотые. Да, вот здесь написано по центру. Полирекс 11, Полирекс 11, спасибо тебе. Я надеюсь, правильно прочитал его ник, думаю, да. Так, Аля, готовься засасывать с этого сундука кучу булыжника. Готово?
А не хватило, похарахай быстрее сюда. Лечу, лечу. С кучей булыжника нам в два инвентаря не влезло. Быстрее, похараха, булыжник. Булыжник это самое ценное для нашего стенки. Да, мы сейчас играем ближе же к вечеру, да, ну вроде онлайн нормальный, но окей. Так, надо весь этот булыжник засосать обратно в сундуки. Ты что, через дверь прошел, читер позорный? Я вообще-то открыл его на кнопку. Мне просто показалось, у меня пролагало то, что я через дверь прошел. Да, 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 да. Похараха уже, видите, придумывают что угодно, чтобы меня забанили. Да, 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 да. На твоем же сервере тебя забанили. Ну репорт на меня напишет, накидает на меня 250 репортов, тогда меня забанят. Я забанят? Так могут забанить? Нет, конечно, ты что, псих? Ну а вдруг? Наивный. Так, что прилетело, Аля, готовься, сейчас на тебя будет дождь из фруктов, овощей и семян. Что? Так, так и следующий сундук я сам заберу. А видим, столько подарков надарил, мне так мало кто дарит, но некоторые все-таки он не первый, конечно, так много надарил, но капец, да, очень там много. Были некоторые тоже, я видел. Да, некоторые смотрел. Тоже были, у них там тоже жесткие. Так, похрах-то где? Я скидывал нагрудник, все, лечу. Ну я уже возвращаюсь, раз тебя не было. Успею вернуться. Угу. Так, у нас там сундуки освободили верхние-то хотя бы вот эти, которые сбоку, они все еще забиты. А они освободили, отлично. Есть куда скинуть на самом деле. Вот, давно уже не захотели в РПГ, ребята, и решили пока что не идти в РПГ мир, решили сперва закончить с этими вот всеми сундуками, которые тут просто море вокруг появилось. И когда мы, наверное, с ними закончим, только тогда пойдем в РПГ мир, это будет следующая серия. Сегодня будет мирная серия, это сбор вот этой дани. И может быть, если у нас останется время, то мы еще построим стену. А если не успеем, то это сделаем за серией. Ха-ха-ха, давай, бери. Давай. Алло. Ой-ём! Моё. Аля, готовься. Снизу так эпично смотрится. Снизу так это эпично смотрится, когда на тебя это все падает. Дождь ресурсов, да? Да-да. Ты, кстати, посмотри, там будет по около следующего подарка. Верно твоя такая... Аля, что ли? Это и верно твоя Аля была? Аля? Она куда-то пропала, слышите? Да. Господи, боже мой, я с вами разговариваю, говорю... Верно, не моя, моя сундучка. А верно, чья была? Куда ты ее делал, лучше скажи. А вот она летает. Это чья-то верно, видимо, я не знаю. Это непонятно, чей сундук. Вход воспрещен, понятно, так. Мне вот эта табличка понравилась. Демастер, прошу на видео. Ой, разобрали, смотрю. Боже, да, видимо, забрали сделано. Его сундуки. Офигеть. Жаль, так, следующий. Там был, кстати, мне сундучок. Был подарок да, от кстати, Вовка, был. Гуарда, бери все на видео. Окей, понял. Так, отлично. Так, здесь кто бегает? Похраха, ты? Да, бери, да. Бери тебя. Они, смотри, тут какой-то парень бегает, а не Рин какой-то. Ну-ка, погодите. Ну, берите, сейчас быстрее сломать сундук, еще три, уберите. Раз, давай. Два, три. Поставьте, берем сундук. Давай, я под ним. О, как Аля засосала. Как бог. Спасибо тебе, чувак, за крутые подарки. Пойдемтесь дальше. Пойдем. Я вас уже фул инвентарь. Нет, у меня нет, это все Аля забрала. А у меня фу-фу. Это Аля все забрала. Тут так, я с одним человеком тут подружился, который тебе подарок, он прямо на моих глазах тебе его устанавливал. Так, этот подарок мне сделал Хоук. Чисто ради фана. Посмотри, что это за дракон? Это что? Где? Ты верно, ну бас. Первый раз видишь верно, что ли? Да, я же сижу в магазине обычно. Так, Хоук, спасибо тебе за крутой подарок. Очень интересный. Там будет подарочек, где тебя просят с ЛЗГ поснимать побольше. Вот с этим чуваком. Ну, видите, ребята, я с ЛЗГ как бы... Ну, я пока буду скинуть ресурсы, которые насобирал. С ЛЗГ, конечно, ребят, смешные такие с ЛЗГ поснимать. Но я как бы как смогу, так и получится поснимаю. Это как бы... то есть это уже не от меня зависит в большинстве, от ЛЗГ. Я-то что, я-то как бы не против. Как бы если у них время есть, то они с мной снимают. Если нет, то не снимаем. Но вообще у нас есть план скооперироваться, одну сборочку интересную собрать, поиграть, которую я собрал. Но посмотрим, как вообще дела пойдут. Так, демастеру от Мафика очень скромный левый. Окей. Так, я буду пока забирать в инвентарь, потому что... А вот этого парня, не знаю. Здесь стоят ребята, они мешают нам подбирать. Давай, так, ладно, ребят, тогда идите займитесь тогда магазинами, магазинами или домом, а я пока буду собирать тогда уж сам это все, потому что, извините, ребята стоят. Так, это да, помнишь... Пошли в магазинчик. О, маска. Помнишь тот момент с молоком и канянской зажигалкой? Мой... Модер своровал демастер, пропиши. И забери плиз. Ну давай, хом мэр двимур. Хоме мэр двимур. Жух, прилетели. И чё здесь? Здесь пустая хрень. А, видимо, это был дом читера, его отрегенили. Mm-hmm.
О, тут даже такие подарочки пухленькие. Так, быстренько кое-что проверим. Прям вообще пухленькие. А ты как их проверяешь, Аля? Тоже админка, что ли, у тебя есть? Конечно, админка. Нет у меня админки. Просто ладно. Как ты их проверять можешь? Я просто вижу, что они пухленькие. А, ну ладно. Рентген? Ты как, вроде открываешь магазинчик-то? Так, я обычно на люстре импорт. То есть так, сейчас скину все эти ресурсы, которые насобирал. Вот сюда, отлично. Да. Пойдем, я тебе помогу. Как? Так там люди стоят, они мешают подбирать, понимаешь? Можешь написать кое-что, типа, твой магазин открыт, а то если я напишу, не так много народу придет. Точка. Точка хома. Точка. Хома. Сейчас у денег. 59 ру. Почти. Хома это два. ЕД мастера. Кто кого-то убирает? Блин, я написал неправильно. Я бью парня. Хом Д. Хоме. Ё-мо. Так, следующий сундук у нас от Якова. Подарок Демастеру от Якова. Яков нам кучу зелья отравления. Типа, Демастер, что ты отравился? Каменных монеток парочку. Деревянных каких-то подарочных купонов. И зелья отравления. Так, у нас также куча всего остального. Ты хочешь, чтобы я бросил в тебя зелья отравления, Аля? А попробуй. Ну спасибо. Ну ты попросила? Я не виноват. Но не женщины странные. Сначала спросят это. Просит зелье отравления, а потом это. Я вообще не зелье отравления просила. Ну ладно, окей. А, ну да, бери, женщина, бери. Встань вот сюда, вот в этот проход, чтобы я знал, что никто не сворует. Народу так стало сразу много. Лови. Ну естественно. А, да, тут недавно был такой случай. Ты не умрешь, да? Отравление не умирает. Тут такой, да. Костя, был случай недавно. До полусмерти, наверное. Я сидел в магазине утром, ну как обычно. Ага. И такой чувак просто его зажимает в стенках, он всё в маску потерял. Ну я ее быстренько собрал и отдал. Просто его зажал и убил. Ну бывает такое, ты аккуратней с этими поршнями, по харах убийца. По харах убийца алмазника. Видите, алмазный магазин Демастера слишком опасен. Не ходите туда. Костя, тут небольшая проблемка, чувак. У нас опять не работает спуск. А она наполовину только открывается. Ну, говори им, прыгайте вниз. Ну ок. Вот прыгать. Прыгай. Он пишет Азаза, видишь, он мне пишет газировка. Скажи ему, прыгай, иначе я тебя изнасилую. Так и напиши ему. А, еще круче. Еще круче, скажи ему, прыгай туда, а иначе я прострелю тебе коленку, и ты всю жизнь будешь стражником Скайрима! Так и напиши ему. Так, ну что ж, следующий сундук у нас пойдет. Это от Данила 12536. О, нифига, конфеты, алмазы. Это похоже на какое-то лицо. Mm-hmm. Я, конечно, не можешь посмотреть, потому что это только приватный сундук. Можешь его тпшнуть, народу много, а он нифига. Газировка? Да, газировка. Сейчас, ну потом починим, а тут он ломает эту растонскую схему постоянно. Так, сейчас. Спаун. Блин, не могу. Спаун. А мне жопу показывает. Как интересно по характеру. Да. Так, спасибо тебе, Данилка. Да, главное сказать это на видео, а все остальное фигня. Конечно. Так, вот тут еще какой-то сундук, он уже пустой. И... О, нифига себе, такой подарок. От Никер. От Никер. Ух ты, нифига, охренеть. Да, я знаю, что это пухлый подарок. Ой, это очень пухлый подарок. Тут, кстати, чем-нибудь есть? Нет. А, это что здесь? Там кто-нибудь рядом есть? У тебя пустой инвентарь? Да, вставай к левому деревянному сундуку. Стой, поэтому... да это правый. Нет, это правый. Вот левый, вот это, Аля, лево, право, ты что не зачем? Не ориентируюсь вообще. Забрала все? А, я все забрал. Нет, ты все забрала. Я все забрала. У меня еще немножко места есть. Так, я забрал второй деревянный сундук. Так, это от Никера очень крутой подарок. Большой этот чувак мне бесит, он здесь стоит, так надо его на спам. И ТП его на спам, да. Чтобы не ходил. Погнали, скинем все. А, скинем все уже то, что набрали. Уже там все сундуки остались большие, особенно алмазный. Чувак, чуть опять монеты алкаша не подкинул мне.
Да-да, они любят монеты, алкаши вот засранцы, да? А чего плохого в этих монетках? Они не рабочие. Это, в общем, не монеты, а фигня. Просто подкидывают какашки. Тогда... Вот опять газировка пришел. Опять. Ничего, как пришел, так и улетел. Вот, отлично. Блин, я все время нажимаю эту кнопочку, и у меня постоянно открывается эта менюшечка. Так, от кого? О, подарок от какого-то парня. О, подарок нашему любимому админу Дэму, куча кирпичей. Булыжника, то есть, на просто их я сходил в твой RPG мир, вот видишь. Оп, отлично, я сломал быстренько. Так, у тебя есть внутри места, или еще? Да, вообще просто я все. Все, все, ловите вот этот сундук, быстрее. Ловлю, дай. Валя, ты что ж не ловишь-то? А я все он собирала? Надеюсь, все собрала, пошли. Аля? Тут я. Я, конечно, знаю то, что это РПГ, но тут есть всего три вроде так. Кто здесь? Сила 3. Сила 3? Зелье? Да. Ну есть, но такого админа. Из меня выпрашивает карасик силу 3. Скажи, мы такое. Такое, это старого. Напиши ему, это старый бабушкин. Это старый каздовский рецепт. Старый бабушкин рецепт. Моя бабушка Казда не просила не рассказывать его. Моя бабушка Казда. Инфсилио Хардис. Он что-нибудь украл? Нет, ничего не украл. Так, я опять к этим плачным местам. Бери его куда-нибудь, может, опять. Лео Хардис нам подарил подарок пустоту. Спасибо тебе, Лео Хардис, за твою пустоту. Так, ты готова я забирать подарок? О, всегда. Аниман опять пришел. Так, Пахараха, иди сюда. Опять отравление кидает. Сейчас. А, допустим, морковочку я съем, она падает. Сейчас напишу, то что нужно отойти, типа. Нужно отойти. Спаун Лео Хардин. Спаун Ани... Всё, так, я хом прописал. Эспахараха. Так, собираем, быстренько собираем. Ё-моё. Берём, блядь, вы чё? Так, я уже влезу. Я тоже. Давайте, ставьте тогда быстрее, идите. Охренеть, какие подарки. Иклерлак, Амазный сундук просрали. Нет. Ну ладно, куча строительных материалов. Два стака обсидиана. У меня тоже еще полтора. Это представьте, мы еще не все взяли. Обидно. Обида. Почему ты не следишь, Костя? Потом говоришь, Аня, смотри за командами. Не, ну просто часто я не следил, реально. Да, давай, ты на меня, тут последний кусочек остался. Да, только надо быть все. Ты просто по характеру, видимо, не с пустым инвентарем прилетел. Да конечно, я был вам пустой, пустее всех пустых. Все, забрали все. Так, ну ладно, в принципе, мы собрали все подарки, не еще не все, смотри, еще сверху начали ставить, уже скоро будет. Мне нужна еще помощь. От Чист Маст Бойл или Дефукт. А, я знаю такого, он на ивенте у меня играл. Ух, нифига себе, горсть овеса какая-то тут. Ой, стоп, все овеса. Овса. Я готов. Овца, да. Горсть овцы. А, ты от габзика. О, точно, я закидаю в сундук, который называется смогла, он все равно пустой. А что-то ну, от габзика не взял. Вот в этот алмазный так, конечно, никогда возьму. Ни в коем случае, ну, даже это вообще не смотрю. Какой? Вот в этот не надо, тут алмазка всякая прелесть моя. Моя прелесть. А это та самая? Ну да. А, ну окей. Ту, которую она наворовала. Теперь меня просят зелька этой крафт, когда я сказал то, что бабушка говорила не рассказывать. Так, этот у нас сундук от Габзика 79. Да. Похраху, уйди, я соберу Габзика. Давай. Отлично, Габзика собрал. Габзик, спасибо тебе, всем, кто дает подарки, нам всем спасибо. Вот это он хотел, ну тут таблички где не поместилось, он хотел, чтобы я передал. Демастер подписчику Мэр Варфлай. Ну, пустой сундук, я его забираю. Так, что как-то куда-то сундучки Strike исчезают, Pro. Какие-то собирают. Да, кто-то ворует сундуки, это, конечно, плохо, так. Так он написал. Да, вот стражника Скарима. Вот, отдвинь этого чувака Мармауста. Я тебе дам в инвентарь. Мармауста. Перекинули его сюда. Так, готово, собираем? Да. Все собрал. Есть. А я все собрал, отлично. Да.
Я только. Так, я... ну в принципе, сейчас я еще контрольный пролет сделаю, так здесь тут что-то сундук, ну тогда будет. А там я тебе могу еще сундук показать. Две девушки его готовили, то есть. Ну, а там тебе я показываю Махараха. Я потом, ну вот ты не знаю, открывал его, нет, просто я прямо на моих глазах они готовили вот к базе. Так, где показывай? Вот этот вроде железный, да. Где какой железный? Так он пустой. Вот, он пустой? Да, его оборовали. А, ну понятно, просто я прямо на моих глазах. Тигира и Салавул 27. Они не забивали, видимо, территорию, какие-то чуваки. Не, я оборвали. Открыть, кстати, не мог, я там проверял. Они еще просили проверить. Ну, значит, кто-то другой их был в привате. Я не знаю, может кто-то просто они что-то передумали, возможно. Я не знаю. В общем, сундук плохо, пустой. Плохо дело. Я молчу, летаю, так нас слушаю. Нифига здесь чей-то дом. Какой там? Там мне нравится этот украсть с украинским флагом. Мне нравятся красивые вот эти сундучки полупрозрачные. Круто. Ага. Ну ладно, ребята, полетели обратно домой. Так, дань мы собрали. Нужно будет сейчас, наверное, в следующей серии тоже мирную сделать, обустроить всю нашу территорию, потому что мы за эту серию точно не успеваем уже. Вот, потому что не будем делать слишком больше на 50 тысяч минут, правильно? Ну конечно, да. Конечно. Надо же. Как твой смех? На 10 часов-то? Да. А ой. Я, может, потом выпущу смех Демастера, версия 2-10-часовой, там будет уже много разного смеха, разнообразного. Лучше бы, да, нарезки, а то ты да, нарезки. С ума можно, да. Да, то так слушать, как Демастера. А то может зайти с ума, когда слышишь твой смех, да? Когда там еще понимаешь, там просто был такой крутой смех с моим братом на заднем плане, когда брат там полуумирающий такой. А у вас всегда истерика, когда мы когда вместе постоянно, если мы на что-то начинаем угорать, то а еще с нами Леха Мальцев, ой, у нас это вот наше трио, мы просто стоим, и тупо мы тупо ржем, потом еще минут 30 ржем, пока кто-то не... пока все тут... Блин, пока минимум... Пока минимум двое не устанут, все будем втроем ржать, потому что все будут ржать на тем, как остальные ржут, и потом я перестану смеяться, они смеются, я смеюсь, они перестают уже смеяться, я начинаю смеяться, и, в общем, это бесконечный смех, пока у нас просто этот пузырь смеха не лопается нафиг. О, боже. Ну вот, а потом как-то мы еще накурили, ну как, не сказать, что накурились, просто, короче, я не курю, они вот, кстати, какую-то травку курили, короче, я начал им какую-то историю рассказывать про Леху Мальцева в древности, ну, это Леха Мальцев, мой друг, вот, там, короче, такая история была вообще эпичная. Не знаю, как мне в голову пришло, мне можно было прямо даже книгу написать. Это, короче, капец, там такие разборки были, такая движуха. И они, короче, упарывались, я потом всем одноклассников, в то время еще одноклассники Лехи были. Вот, сейчас уже одногруппников, там на 4-м курсе. Вот, я рассказывал, они потом, короче, мы они просто угорали, это вообще жесть. Ну, и я тоже угорал с этой историей, своим... О, кстати, у меня скин пропал. Хочешь, я тебе подгажу? У меня есть твой скин. Да? Хочешь, я тебе подгажу? А, давай. Я тоже траванулась. Хел. А мне так. Ха-ха-ха. Вот ты траванула меня. Ладно, вылечу тебя. С лечебными ручками. Ладно, все, мне пропал скин, это намек на то, что нам пора заканчивать. Отлично. Я перед дверях. Нет, я застрял. Похорон, поднимай себе. Сейчас, секунду, я продаю. Кончим здесь и вместе. Сейчас все, пишу хом. Хоми. Похарах, ложись я на левую кровать, да, ложись. А это не ложись, ты не ложись, у меня есть план круче. Так, левая, это от меня вот так вот, да, вот это. Вот. Ложись, да, на правую ложись. А, на правую, окей. Так, а ты на меня сверху запрыгивай. Ха-ха-ха, жуги с похарахой. Так, ну что ж, ребята, в принципе, на этом все. А слушай, ты мне скинул с кровать. А, мы вручу выспались. О, класс, окей. Всем доброго времени суток. Ой, блин, я хотел сказать. Ребята, всем спасибо за просмотр, с вами был Демастер. Демастер немножко устал. С вами был Демастер, я намекаю. И Похараха. И Похараха. Похараха, ты что, вдвойне был, что ли, в кубе? Да, я в кубе. В квадрате, то есть, ну, ты стреляешь в квадрате, в принципе, в кубе. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео по Херахию или Химичке нет канала, можете на них не подписываться, ну, можете на меня подписаться в два раза или три раза. Два раза, да? Там с разных аккаунтов. Да, в кубе. Вот. Все будет, ребят. Да. Хочу рассказывать о своем канале моим друзьям. Рассказывайте о своем канале моим друзьям. Рассказывайте о моем канале, который. Да, своим друзьям. Бабушкам и дедушкам. Да, моим бабушкам, дедушкам тоже. О, боже мой. Ну что ж, ребята, всем удачи и всем пока, ребята. Хорошее настроение? Нет? Похараха, попрощаться. Попрощаться. Ну что ж, ребята, видео подошло к концу, а я советую зайти на канал Алекс99Play, ссылочка на него будет в описании.
посмотреть его видяшечки, он делает разные видяшки по Варкрафту 3, в погоне за ачивками, разные моды показывает, и множество других разных видясиков, у него уже 507 подписчиков, я на него уже подписан, но если вам не понравятся эти видео, ну, по ссылочке перейдите, посмотрите, то можете на него подписаться, помочь парню. И еще хотел сказать, что у него сегодня день рождения, как раз таки это будет приятным подарком на ДР. Ну что ж, ребят, в принципе, на этом все. Дерзайте.